смотрелся, как Филипп Киркоров. Я был бы большой и делал бы шоу. Я был бы на лаве, и мне было бы хорошо. Я б работал и ловил бы рыбу из пруда. Спроси, любишь деньги? Отвечу, ну да. Свободен тот, кто гол, как сокол. Свобода здесь есть. Но в чем же здесь прикол? Никто никогда не поймет подпольного поэта. И вот вам моя точка зрения на это. Люблю я воду с парапета. Смотрю на небо, солнце там. В зубах дымится сигарета. Привет, мне хорошо, а вам? Здесь группа «Кирпичи», а зовут меня Василий. Мастер слова, очень сильный. Мания величия — это просто ерунда. Спроси себя, ты любишь? Отвечу, ну да. Пацан на щеке моей губная помада. Александр Ф. Скляр сказал бы: так надо. Испытуем внимание слабого пола. Факт — это факт, а сейчас будет соло. Так, соло тут не будет, поскольку ничего не получается. Вот соло закончилось, и мы продолжаем. Аплодисменты, мы это обожаем. Гори, гори, моя звезда. Грей больной затылок. Кирпичи, не кирпичи, без пары троек бутылок. Призываешь употреблять алкоголь, чувак. Что ты говоришь? I never motherfuck. Ну как же просто жить, когда вокруг такой дурдом? Не надо, блин, слышь, подумай о другом. Плюю я воду с парапета. Смотрю на небо, солнце там. В зубах дымится сигарета. Привет, мне хорошо, а вам? Плюю я воду с парапета. Смотрю на небо, солнце там. В зубах дымится сигарета. Привет, мне хорошо, а вам? Как бы мне избавиться от вредной привычки? Сигарета есть, но кончились все спички. Нужны артисту пиво и народу полный зал. Вот поэтому я этот рэпак и написал. Помни, сила рыцаря-джедай — это сила вселенной. Но помни, гнев, страх — это все ведет на темную сторону силы. Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть. Это возвращение джедаев, нас опять ожидают. Мир у наших ног, ну что, поджигаем? Все не просто так, в моих словах конкретность. Засунь себе поглубже свою политкорректность. У меня нет задачи подбирать к тебе ключ. Я мужик, я угрюм, волосатый вонюч. Читал в желтой прессе, как низко я падал. Забей, передавай по кругу батл. Здоровый образ жизни, элементарно Ватсон. Трэш и угар, я люблю развлекаться. 7 лет веселья, что это было? Мы съели пуд соли, я и Данила. Джей уже в могиле, спи спокойно, друг милый. Чуви, да пребудет с вами сила. Мы рыцари джедая, мы борцы со злом. Темную силу завяжем узлом. Нехорошие люди, разрази их гром. Получат по башне огненным мечом. Мы рыцари джедая, мы борцы со злом. Темную силу завяжем узлом. Нехорошие люди, разрази их гром. Получат по башне огненным мечом. Помнишь, как бодрили дискотеки прошлого века? Сейчас стул, компьютер и нету человека. Придурки засоряют сеть, поймал бы, дал бы в ухо. Люди поумнее не пишут в гостевухах. Смешное расстояние, 4 электрички. Сигареты есть, но кончились все спички. Это наш хвост, и он меня достал. Смотри, смотри, Данила, не переключай канал. Это формат, я тут не виноват. Цензуры нет, зато есть гребаный формат. Нафиг нужно раздавать натужные респекты. Фирмы грамзаписи убивают проекты. Многострадальный мастер не в рубону на тейбл. Полная фигня, легче сделать свой лейбл. Что ты думаешь? У меня 1 000 000. Я записал 4 пластинки, но до сих пор почти нищий. И я этому рад, я не лезу в чемпионы. Я как любил макароны, так и буду любить макароны. Если нет сигарет, то я ищу окурок. Да, я Вася В, чего уставился, придурок? Мы рыцари джедая, мы борцы со злом. Темную силу завяжем узлом. Нехорошие люди, разрази их
бывает скучно веселиться. Работа, 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 зарплата, усмешка, виселица. Принцип производства, сами варим, сами мажем. Ты у меня еще попляшешь, будешь нашим. А для кого мы пашем? Мы сделаем так, чтобы бумажник стал толще. Таблеток не от жадности, да побольше, да побольше. Друзей, конечно, не купишь ни за деньги, ни за славу. Но бизнес есть бизнес, не пить же всю дорогу отраву. Тусовку мы продолжим от начала до закрытия. Вскрытие показало, что Чукчо умер от скрытия. Ха-ха-ха, как смешно, все схватились за животики. Но все то, о чем я пел, могут сразу убить наркотики. Заметьте, в этой песне я не ругался матом, я и так понятен любому